Опять себя черти носят с позаранку. Не ворчи, старый. Не надо. Ну, как наши-то вчера сыграли? А наши всегда наши. Продули. Ты. Разгорается день для большого деяния. Зон надежды, как гонг, с каждым часом слышней. И слышней, пусть начнется он так, чтоб сбылись все желания в этот день у моих дорогих сыновей. Пусть начнется он так, чтоб сбылись все желания в этот день у моих дорогих сыновей. Они никогда не сдадутся ненастью, лишь бы помыслы были, как небо высоко чисты. Пусть подарит он им бескорыстное счастье и о завтрашнем дне золотые мечты. Пусть подарит он им бескорыстное счастье. Я золотые мечты. Ну что? Что, ну что? Значит, ты опять ему ничего не сказал? А ты что, всю ночь не спала, только об этом и думала, да? Да, а что? Чего? Все-таки он председатель райисполкома. Ну, а если бы он был директором авиазавода? Ты что ж, заставил меня просить у него самолет? Ну, идти б же ты. Я хочу строить свою семейную жизнь на прочном фундаменте. Ибо еще классики говорили, что быт определяет... Что определяет? Не перебивай меня, сознание. Ну, я не знаю, что говорили классики. А в конце концов, мы могли бы жить и у нас. Слушай, пускай нам свадьбе подарит маленькую комнатку, а? Ой, Юленька, ну кто же к свадьбе дарит комнаты? Ну вот такусенькую, а? Ну ладно, едем, а то опоздаем. Поцелуй. После работы. Поцелуй. Доброе утро, папа. Доброе утро. Все еще спят? Как всегда. Так, все в порядке. Ну вот, все семейство в сборе. У меня их четверо сыновей. С ними не соскучишься. Один в дуду дудит, соседи нервирует. Второй с утра на свидание бегал. Третий опять от жены удрал. У меня скрывается. Четвертый никак не женится. А уж время бы. Росли они без матери. Я старался быть хорошим отцом. Иной раз думаю, все нормально. Стоящие парни. А то вдруг сомнение возьмет. Вадима парторгом избрали. Инженером он был хорошим. А каким парторгом будет? Или Антон? Ведь жена его прекрасный человек. В огонь за него пойдет. Почему он с ней не уладит жизнь? Вот Костя, вижу, что-то скрывает. А что? Коля стыдится сказать худо. Все не привыкну, что они взрослые. Вроде уже поздно за руки водить. А с другой стороны, они же мои. Я за них в ответе. Ну и когда же ты собираешься домой?
Я в длительной командировке. Ясно. А натощак курить вредно, отец. Я думаю, это не лучший способ избегать неприятностей. А у меня не бывает неприятностей. Какое счастье. А что, молодой, способный, подающий надежды? И отбывающий в командировке, как только появляются неприятности. А у меня не бывает неприятностей. Я вот что хочу тебе сказать. Доброе утро, папа. Привет всем. Костя умывается. Вечно он опаздывает. А ты повлияй на него, а то он нам не подчиняется. Угу. У-у-у. Чей нас так сегодня много? Во всяком случае, ты мог получить квартиру. Братишки положили. Каждый из вас может это сделать. Вообще, Вадьке это проще пареной репы, верно, Вадь? Я бы на твоем месте бросил наше общежитие. Угу. Сеня! Сеня! Ты опять забыл свой завтрак! Ну так бросай его прямо в руки! Ну! Принеси-ка чаю. Дежурный. Давай, давай. Чаю. Ой. Варенье подать? Давай. Кстати, братья и други, у меня в воскресенье зачетные соревнования. Приглашаю. Че, на мастера? Тьфу-тьфу, не загадывай. Антош, может, сходим? Угу. И что, бросишь баранку? А я еще не думал. А он всегда потом думает. А что им бросать-то? Чего бросать? Во-первых, где он такую работу еще найдет? Потом каждый день тренировочка отличная. А когда он получит мастера, для него двери любого института настежь. Даже вечернего. Вечернего? Может, и настежь, но Юлька их быстро. Точно, прикрой. Не слушай их, Серега. Это не просто из зависти. Юля красивая и умная девушка. Валя! Значит, вечером в кафе. Играю прощальную. Ну-ка, в машину. Такие ножки надо беречь. До вечера. Мне. А ты почему это сегодня заехал за нами? Свободного времени много. Внимание, подъезжаем. Да, Вадим, ты прочел мою тетрадь? Нет, папа. Занятой ты у нас человек. Две недели не можешь открыть тоненькую тетрадку. Отдай ее мне. Должно быть, старею. Обиделся. Ну, не прочитал. Переживу. И впрямь ношусь я с этой тетрадкой, как с писаной торбой. Мы-то годы умные люди тома написали. А я весь выложился в одной тетрадке. И то крупным почерком. Не густо.
Вера, Вера, сегодня в 7, ладно? Я уезжаю на 5 дней. Куда? В командировку. А, ну ладно, ладно. Пока. Приедешь, позвони. Хорошо. Добрый день, Вадим Александрович. Здравствуйте. Вас просили в райком позвонить. Спасибо, Анна Николаевна. Обязательно позвоню. Хорошо. Ведь все прекрасно знаешь. А идешь. А у меня люди сидят без дела. Так переходи на узлы. Там как раз этих деталей нет. Да, но они не подготовлены. Так подготовь. Легко сказать. Ну, что ты хочешь от меня, Руднев? Ну, напиши на меня еще один рапорт. Другой рапорт напиши. А я, в свою очередь, главному инженеру напишу. Но ведь дело-то от этого не изменится. Понимаю, понимаю. Ничего ты не понимаешь. Это еще что? Да. Ковлев слушает. Во-первых, здравствуй. Да, и во втором, и в четвертом нормально. А я думаю, что штурмовщина здесь вреднее, чем... Да, Вадим, нелегко тебе. Ты теперь парторг. Не за себя одного отвечаешь. Об этом бы с тобой поговорить. В 41-м я ротным остался. Рота... 3 бойца. И надо было держать высоту. Тогда я понял, какова цена человека. Вадим, велика она, безмерна. Ты в школе был первым, в институте. Себе ты цену знаешь, а другим... Без других. Вот еще 2 товарищей подошли. Что я нервничаю? Вечером собрание по этому самому вопросу. Там и поговорим. Что? Что ты говоришь? Понимаю, хорошо, приходи. Слыхали? Мы хотели... Я лично пришел тебя предупредить. Буду ставить вопрос на партбюро. Вот так. Пошли, Коля. Пойдем. Ну, что там у тебя? Это... Ну, как... Ну, как тебе сказать? Это мои соображения по поводу... В общем, прочти. Мне еще твоих соображений только не хватало. Васильич, прочти. Ну, ладно. К следующему понедельнику прочту. Сейчас. Ты что, с ума сошел? Ведь сейчас меня на части рвать будут. Ты же знаешь, слышал? А ты запрись и прочти. Ну, что-то у тебя такое. Объясни. Что, предложение, что ли? Ну, предложение. А ты советовался с кем-нибудь? А вот с тобой пришел посоветоваться. Ну и хитер же ты, старый черт. Все пишут. Еще как. Привыкли жаловаться. Вот и строчат. Сигнал нужны, знает Сергей.
А то будет наш Владимир Николаевич жить во тьме, без связи с массами. Уж я-то хитрый. Вот Сережка, да. Коли надо куда, пройдет. Коли взять чего, возьмет без очереди. Коли навстречу шагает, дорогу уступи. Ходит уверенный, сам себе на уме. Этот свое не упустит. Есть у него хватка. Иной раз диву даюсь, в кого он такой. Руднев, тебе придется съездить домой? К вам. Ну, кому же еще? Отвезешь Танюшу в аэропорт и сразу назад. Понял? Ясно. А ты еще здесь подойди поближе. Фабричный переулок в нашем районе? В нашем. У нас же нет никаких фабрик, одни заводы. Ну, потому и переименовали. Теперь он называется Садовым. Вот черти, из-за какого-то переулка в Москву пишут. Жалуются. Жалуются, пишут, 3 года обещали заасфальтировать. Так вроде пора начинать, сроки-то выдержаны. Ну, ладно, получил задание и иди. Владимир Николаевич. Да. Ну, я хотел это... Ну, спросить. Что такое? А вам ничего больше не надо? Нет. У Антона драма. Жена к работе ревнует. А он хирург. И в том его суть. Он без работы бескрылый. Этого она не поймет. Ну, как самочувствие? Вы держитесь молодцом. Если так пойдет дальше, скоро станете на ноги. Все это так. Но не следовало бы мальчишкам доверять такое серьезное дело. Но. Скоро вы будете говорить совсем по-другому. Идемте. Какого черта, Серебряков, вы здесь торчите всю ночь? Вам что, больше нечего делать? Ну ведь, Антон Саныч... Да замолчите, Серебряков. Ведете себя, простите, как баба. Ходите по деревне, сонный, небритый. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, мне никто не звонил? Звонила ваша жена, но я ответила, что вы еще не пришли. Хорошо. Попросите Кондашова ко мне. Хорошо, Антон Александрович. Доброе утро. Доброе утро. Как прошло дежурство? Все в порядке. Как Литвинов? К сожалению, никаких изменений. А переливание крови делали? Внутривенное. Так. А Серова? Плачет Серова. А этот Коля приходил? Да, приходил. Все равно плачет. Боится, что он ее бросит. А когда он уходит, она умоляет его снова позвать. Что собираетесь делать? Я думаю, что нет оснований держать ее в отделении. Ну, хорошо. Не буду больше вас задерживать. До свидания. До свидания. Знаете, почему я в то утро в аварию попала? Мы накануне заявление в ЗАГС подали. И решили всю ночь не расставаться. Всю ночь бродили по городу. Я не спала ни капельки. Я была помешана от счастья. Ты действительно думаешь, что он приходит из жалости? Нет. Когда я одна, нет. А
когда приходит, я только так и думаю. И жалость. Хочешь, я поговорю с ним? А вы мне правду скажете? Это я тебе обещаю. Скажу правду. Антон Александрович, привезли больного. Так что, без меня больше некому принять больного? Его срочно надо оперировать. Оперировать будет Серебряков. Пусть готовится. Свободен? Да что, такси это, что ли? Так свободен или не свободен? А чего ты кричишь? А ну давай, освободи машину. Ну чего надо? В роддом надо. Сестра у меня рожает. Ну послушай, если у тебя сестра рожает, ты чего здесь сидишь? Жду, когда поедем. Ну ладно. Где сестра? Поехали. Это недалеко. Я бы на вашем месте, Антон Александрович, не решился допускать Серебрякова к операции. Но, к сожалению, в этом вопросе наши мнения расходятся. Вы слишком рано стали заведовать отделением. И тут я не знаю, это моя вина или моя заслуга. Я не оправдал вашего доверия. Уберите Серебрякова от больного, чтобы чего доброго не лишиться этого доверия. Евгений Петрович. Но почему он так не нравится Серебряков? Поймите, что он не хирург. Он какой-то разболтанный, неряшливый, ну не обязательный человек. Есть же какие-то общепринятые нормы поведения. Ему ничего не стоит закурить сигарету и выбросить спичку через форточку. Причем через голову сидящего рядом врача. Его не интересует пепельница. Он может бросить пепел на ковер, на спичечную коробку. И вот этого человека вы оставляете один на один с больным, у которого тяжелая болезнь, требующая оперативного вмешательства, огромной собранности. Мне очень трудно с вами спорить, потому что вы мой учитель, я вас уважаю, но, честное слово, Серебряков талантливый хирург. Да, об этом красноречиво свидетельствует операция, которую он сделал. Но это же непредвиденное стечение обстоятельств. Внезапно открылось кровотечение, которое нарушило ход операции. Но Серебряков сделал все, что возможно. Я уверяю вас, все, что мог сделать на его месте любой хирург. Скажите, сколько человек должно умереть, чтобы специалист доказал свою профессиональную пригодность? Ну, Евгений Петрович, зачем же так? Ой, ой, мамочка, больно. Ну ты чего, Жень? Больно. Больно. Радоваться надо, а ты? Будет у нас мальчишка. А то что мы две бабы? Никакой опоры. Вырасти, не бойся. Еще столько радости будет. Перестань. Не надо. Не надо. Все будет хорошо. Вот сама увидишь. Thank you.
Мне нужен нормальный шофер, который не будет опаздывать. Нельзя ли выбрать путь покороче? Садовый переулок, бывший фабричный. Почему опоздал? ГАИ? У меня? Никогда. Левачил, небось? А мне хватает зарплаты. Авария? Женщину в машине рожал. Ну, честное слово, еле успели в роддом определить. Родственница, что ли? Да нет, просто какая-то женщина. Ты что, ее на улице подобрал? Да. Родился-то кто? А кто его знает? Нет, Лена. Нет. Лена, я... Ну? Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь. Постараюсь? Антон Александрович. Да? Антон Александрович. Можно я попробую работать в операционной? Образование? Медучилище. Желание? Огромное. Будете работать, попробуем. Лидия Ивановна уходит в декретный отпуск. На ее место, Антон Александрович. Но все равно меня палатные больные не слушаются. Да, это уж точно. Идемте. Ох, не выжил бы я в ту злую зиму 42-го. Настя, твоя мать, выходила, на ноги поставила. Партизаном стал. Сквозь сотни боев прошел. И смерть не брала. Рядом была она, твоя мать. Слава богу, вы будете оперировать. Серебряков, я буду стоять рядом. Случай действительно сложный. Зачем же такой риск? Умоляю вас, не делайте этого. Ну что с того, что вы будете рядом? Вы не хуже меня знаете, что в такой операции все решает одно мгновение. Евгений Петрович, 5 лет назад был подобный случай. Даже посложнее. Вы тогда приказали оперировать мне. Очевидно, тогда кто-то тоже был против, чтобы оперировал я. Но вы отстояли свое право нести за меня ответственность. Операция шла больше 2 часов, и я все время чувствовал вас рядом. А потом вы расцеловали меня. Да. Ну, я пойду. Серебряков ждет. А он, представляешь, выходит один на один с вратарем, потом пас вправо. И штука. Вот так, здорово сделал. Шеф идет, Сереж. Ага. Привет. Куда едем? Как куда? Домой? В первый раз так рано повезло. Да, удастся второй тайм по телевизору посмотреть. Мне б ваши заботы. Вот именно. Смотри, не опоздай. Да не опоздаю. Владимир Николаевич. В чем дело? Да женюсь я вроде.
Ну да. Ага. Но я хотел вас попросить. Все, что угодно. А не могли бы нам с Юлькой... Ну, это... Ну, прийти на свадьбу. Ну, конечно, приду. И с превеликим удовольствием. Привет, невесте. Салют. Салют. Ну что? А что, ну что? Значит, опять ничего не спросил? Юлька, ну это же неправильно просить квартиру. Кто так делает? Значит, в ближайшее время у нас квартиры не будет. Не будет. Но я придумал. Ну что ты еще придумал? Я придумал, где можно снять комнату. Но чтоб не очень чувствовал, что это... Частная квартира. Представляешь, будем мы с тобой жить за городом, а там сады, речка. А по осени лучшего не придумаешь. Ну, будем нашим старикам грядки копать. Каким старикам? Ну, у которых жить будем. Может, мы им еще и гусей выращивать будем? М? А при чем здесь гуси, а? Притом! Юля! Всему заводу еще. Ну, ты меня удивил. Зайди ко мне. Вот уже действительно удивил. Ну, давай. Ну, давай, давай, жду. Ведь по твоему проекту, понимаешь, мы же из прокола выходим. За две недели, что нас за глотку держали. А вот бить тебя, Саша, некому было. Ведь это же гениально, а? Талантливо, а не грамотно. Простых элементарных вещей не знаешь. Ну, когда мне было учиться? Ну, я-то учился, но это дело поправимое. Мы твою тетрадь отдадим в КБ. Там мальчики и девочки, они там светлые головы имеют. А у меня к тебе личная просьба. Иди сюда. Пожалуйста, вот этот узелок разберись сам, а? Вот-вот-вот. Какой? Вот. Только сам. Ну как? Неплохо. Между прочим, сработано по четвертому разряду, а у меня второй. Работай, работай. Что? Ты знай, работай, я говорю. Ага. На стадиончик сейчас пойду. Куда? На стадион за билетами на футбол. А ну-ка иди сюда, футболист. Ой. Так куда? За билетами на футбол. А ты знаешь, откуда у журавля ноги растут? Догадываюсь. Знаешь, так вот смотри, чтобы тебе не попало по этому месту. Между прочим, у вот меня так. Детали по бюллетеням доработок закончились. А шланги гидросистем 2 дня уже ждем. Будут, будут. Иди работай. Иван Сергеевич! Ого! Руднев! Ты мне нужен! Убери чертежи. Здорово, Иван Сергеевич. Здорово. Ну как жизнь? Жить хочется. Да, то-то я к тебе 1,5 часа никак дозвониться не могу. Все занято и занято. А я специально отключил телефон. Но ты мне страсть как был нужен. Угу. Ты знаешь, вот чем больше вникаю, иди выдаюсь. Так. Настолько все просто, и никто не сообразил, потому что голову не ломал. А он думал и не один день. Да во что ты вникаешь-то? Вот, в разработке твоего батьки. Рукопись. Да, я знаю. Знаешь? Да. Так после этого его нужно на руках носить, понимаешь?
Ты же инженер. Да, ну? У него характер трудноватый только. Ха, характер, характер. Я знаю, что за характер такой. Я эти разработки показывал в плановом отделе. Погоди, погоди. Обращался ли он за помощью? Нет! Понимаешь, все сам, самостоятельно. Слушай, Вадим, но ты же инженер новой формации. Не я, к примеру. Ты же все знаешь, помоги. Ты же все видел, знал. Я понимаю, таких людей надо беречь, как твой отец. Ну, помогать, что ли. Я не знал о его работе. Что? Я не читал эту тетрадку. Ты не читал? Тогда никому об этом не говори. Да. Вадим! Ну как там дела на аэродроме, а? Хотелось бы лучше, да нельзя. Приняли? Без сучка, без задоринки. А придирались? Да, придирались. Ну ладно, я сейчас бегу в шестой, потом поговорим. Хорошо? Поздравляю вас. Любовь Гришина. Ну, Любу Гришину мы все с вами знаем, товарищи. Пришла к нам ученицей, заочно окончила техникум. Ну, а какой она специалист, сами знаете. А как у нее дела на сердечном фронте? На сердечном фронте, для вашего сведения, у меня одни успехи. Как и во всем. Товарищи, товарищи, ну давайте посерьезней. Вот ты, Силкин, что ты можешь сказать о Любе? Я? Да. Договори с места, оттуда тоже хорошо слышно. Тут дело такое, что никто в стенгазету заметок не пишет, а вот она пишет. Правильно. А ты почему не пишешь, Силкин? Ну, я... таланту нет. Взятое обязательство Любовь Гришина выполнила. Вопрос есть? Нет. Выдвигаем тебя, Люба, на присвоение звания ударника коммунистического труда. Кто за? Единогласно. Поздравляю, Люба. Спасибо. Руднев Константин. Скоро 2 года, как на заводе. Со школьной скамьи. Работает по 3-4 разряду. Мастер своего дела. Ежедневно дает 1,5 нормы. Работает без брака. О, как. Товарищ Руднев, да? Выдвигаем тебя на присвоение звания ударника коммунистического труда. Да голосуем, чего там? Позвольте мне. Пожалуйста. Вопрос-то какой? Вопрос-то не только о работе. Вы говорите, планы перевыполняет. А как же иначе? Молодой, здоровый, чего же не работать? Меня другое волнует. Что у него на душе? Как он к своему труду относится? Что он о своем труде сам лично думает? Я лично? Что я по этому вопросу думаю? Работать на совесть. Раз. Потом работать, чтобы не просто норму выполнить, а... ну, как бы это сказать? Изобретательно! Совершенно правильно. Чтобы праздником веял. А я вот сегодня 2 часа баклуши бил. И все из-за того, что деталей нужных нет. А шланги гидросистем? Да. В общем, надоела вся эта волынка. Надоела. Я бы хотел внести предложение. Здесь говорили о простоях. Я предлагаю изменить порядок подачи различных узлов и деталей. Ну, сделать его более централизованным, что ли. Ну, а для этого, я думаю, нам нужно взяться за овладение смежными профессиями, чтобы, как говорится, стать мастерами на все руки.
Мне кажется, очень правильно сказано. Вот я работал сверловщиком на другом заводе, а здесь я монтажник. Конечно, я могу и по этой линии свой уровень повысить. Надо только захотеть. Вот. Я так себе кумекаю. Курсы надо организовать и взять всем обязательства. Есть же такие курсы. Что попало, городит? А ты, Мельников, вечно не как все. Улыбочки, ухмылочки. Я, мол, один умный. Посмотри, как ты работаешь. Словно руки отсохли. За общими показателями прячешься. Да ладно, не хуже тебя. А вот и хуже. Хочешь, я тебя на соревнования вызову? Тогда посмотрим, кто хуже. Дозвольте мне. Пожалуйста, Иван Петрович. Вот что мне хочется вам сказать, дорогие товарищи. Тут некоторые ведут себя как-то легкомысленно. Не понимаю я этого. Надо, ребятки, кое-что и на память оставлять. Я вот помню, как меня в пионеры принимали. Пионеры? Да-да. Помню. Помню, как Борн играл. Помню, как мы в строю стояли, как клятву давали, как нам красные галстуки повязывали. Трудная судьба выпала нашему поколению. Но забыл я многие лишения и беды. А вот тот день я помню. Потому что в тот день я приобщился к большому, к чему-то серьезному и важному. А у вас сегодня день значительный. Запомните его. Человек, ребятки, памятью силен и верой. Ну все. Слово предоставляется парторгу завода товарищу Рудневу. Прошу вас сюда, Вадим Александрович. Ничего, ничего. Я с места. Вот как Силкин. Товарищи, должен извиниться, что я немного опоздал на ваше собрание. Но главное, я слышал. И это хорошо, что вы сами, так сказать, по собственной инициативе ставите наболевшие вопросы. И сами же пытаетесь их решать. Я вот только что был на испытании вашего, вернее, нашего самолета. Испытания прошли удачно. И я от всей души поздравляю вас. Чем шире наша инициатива, товарищи, чем выше ее деловитость и конкретность, чем больше наша отдача, тем лучше качество нашей работы. Это и есть коммунистическое отношение к труду. А еще понравилось мне выступление Ивана Петровича. И вот вспомнил я, как еще мальчишеский отец мне рассказывал, почему он назвал моих братьев Антоном, Сергеем и Костей. Было у него три бойца. И держали они высоту в 41-м. И все трое остались там, на этой высоте. И звали их. Одного Антон, второго Сергей, третьего Костя. И выходит, мы, это не только мы, а и те, которые остались там, в 41-м. И вот сегодня здесь очень важно в раз увидеть наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Это необходимо нам для того, чтобы мы знали, кто мы и зачем мы. Собрание окончено. Проходите, товарищи. Вадим Александрович, да? А кто принимал самолет? Полярники. Угу. Придирчивые черти, как врачи. А? Но машина вела себя идеально. Да. Ну так надо знать, кто ремонтирует самолет. Ну смотри, три дня этих припишешь. Ну хорошо, да. И два у него. Надюша, можно вас на минутку? Да. Что? На минутку говорю. Сейчас, ребята, одну минуту. Ладно. Угу. Чего она привезла? Здравствуй. Здравствуй. Слушай, помоги мне в одном деле. Господи, опять дело. А я думаю, чего это он меня подзывает? Может, пригласить куда хочет? Ну что ты. У меня ж дети взрослые. А у меня грудные.
Прошу вас. Ваши билеты. Что? Какие билеты? Извините, пожалуйста, но у нас молодежный вечер. Ты уж извини меня, пожалуйста, что так получилось. Старые мы с тобой стали, Руднев. Да, не говори. Пошли. Пожалуйста, проходите. Проходите, спасибо. Пожалуйста. Проходите. Спасибо. Ой, куда это мы с тобой попали, Руднев? Не пугайся. Молодые и счастливые. Кстати, посмотри, кто это? Почему? Мы как
Так. Наведем порядок. Кто дома? Мы. Мы. Вы. Ну, ты ковыряйся там, только звук зажми. Ну, а ты что здесь делаешь? Я? Живу. Я тебя когда-нибудь драл, Антон? Ну, зачем же драть? Ты без дранья иногда можешь так сказануть. Ну? Забыл. За последние полгода это шестая командировка. Я? Понимаешь, пап, я думал... Я. Всегда у тебя. Я думал, я хочу, я знаю. Вот так у тебя и с Леной получается. Па, меня в армию забирают. Что-что? Вот повесточка. Явиться помытым в бане и коротко постриженным. Да, скажите, пожалуйста, как он молился на тебя, так и молится. Выросил. Что ж ты раньше не сказал, что тебя в армию забирают? Подходящего момента не было. Дежурный. Ой, моя очередь на кухню. Сиди, сиди. Я за тебя. В армии еще насидишься на кухне с твоим-то характером. Ну, чё ты? Не уходи, слышишь? Отойди, вот. Сам знаешь. А мне нравится, когда ты у нас. Дурной ты, Коська. Здоровый, дурной. Кругом батя прав. Как ни верти. Кость, что, правда в армию? Пап, я пошел. Пап, ты это... Не ругай меня больше при Косте, ладно? Не буду. Его в армию забирают. Я серьезно? Ну, а если серьезно, убирайся с глаз. И чтоб все было нормально. Я, между прочим, сам все понимаю. Не маленький. Но это мой родной дом, и я буду приходить сюда всегда, когда захочу. Пап. До свидания. До свидания. Я хочу тебе сказать, ну, в общем, мы с Юлькой решили пожениться. Ну и что же? А ведь ты уже говорил об этом.
Да. Но тогда она не соглашалась жить на частной квартире. Ах, вот оно что. Ну, ладно. Как бы там ни было, ты вспоминай одну вещь. Когда мы поженились с мамой, у нас даже частной квартиры не было. Да и не могло быть разговоров о какой-то квартире. У нас был барак на новостройке. Ну, а дальше ты все знаешь. Так что смотри, сынок. Да все будет хорошо. Я тебя очень прошу, извини меня, пожалуйста, за эту тетрадку. Черт, вообще-то, день какой-то суматошный выдался, вся спешка, спешка. Вот как в юности, длинную дистанцию бегу, вроде все хорошо. График по кругам выдерживаю, тренер довольный, вот чувствую, что-то не так, вот не так что-то. Алло! А ты нажми кнопку. Лена! Черт. Все время глотает монеты. Должен же он срабатывать. Второй раз звоню. А что ты думаешь? Конечно, должен. Она там черт знает, что подумает. Она там просто сходит с ума. Кто? Да жена. А ты иди домой. Молодец. Ну что такое? Что вы ко мне сегодня по одному заладили? Здоровые лбы повырастали, и все как маленькие. Раньше вот по одному лазили, когда двоек нахватаете. А сейчас что? Ну? Чего пришел? Сказать. Что? Все. Чего в голову придет? Ну, начинай. Ну, в общем, Валя сказал, что будет меня из армии ждать, пока я вернусь. Это тебе еще рано. Правильно. Я ей тоже так сказал. Она говорит, это тебя не касается, зато потом какахнешь, когда вернешься. Ну, ты-то как думаешь? Ну, в армии решил кларнетом заняться серьезно. И вообще, музыкой. Ты знаешь, у меня бывает такое чувство, что сам могу музыку написать. Да. Все это у тебя от матери. И этот слух. И все. Мне-то вот медведь на ухо наступил. Да. А она пела. Все удивлялись. И любила петь, и хорошо пела.
Ты знаешь, чего мне хочется? Вот больше всего на свете. Взять кларнет и сыграть какую-нибудь музыку, чтоб громко на весь город. Какой-нибудь блюз. А что такое блюз? Блюз. Музыка такая. Ага. Протяжная. Под нее думается хорошо. Пам-пам-па, пару-ра-ру, пару, пару-ру-ру-ру-ра, па. До завтра. Все нормально. Все на месте. И спокоен я за день завтрашний. Ну вот так. Спокоен и все. День уснул до утра, и затихли тревоги. А в окне моем светит и манит призыв. Звезда, до свидания, пора. По отцовской дороге мы в едином строю навсегда, навсегда. До свидания, пора. По отцовской дороге мы в едином строю. Навсегда, навсегда.